10 марта в Рубиновом зале Донецкой филармонии концерт камерной музыки «Его Величество Гендель». Музыку выдающегося немецкого и английского композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя исполнит ансамбль солистов «Аванти». В программе прозвучат «Кончерто Гроссе си бемоль мажор», «Трио-соната соль минор Дрезден», «Трио-соната соль мажор и пассакалия Генделя в переложении Хальворсена». Подробности в кассе и на сайте филармонии.